Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Мы спасены! Ай, блин. Слезьте, блин. Что, Лян и Упа? Больно! Мы же слегка вас врезались. Я просто... Я вообще упал на Уна и Джуга. Вы что тут делаете? Постарайтесь не шуметь или лишитесь головы. Тебя это наверняка шокирует. Что там? Что? Там баба? Баба, что ли? Тебе точно не стоит смотреть. А это Тенки. Чего он хочет добиться своим побегом? Кто знает, но оставлять нас живых ему нет смысла. В любой момент он может нас убить. И как ты так спокойно можешь говорить такую жуть? Надо сваливать, да побыстрее! Если бы мы могли, то давно бы сбежали. Это не простая камера. Цигун здесь не работает, а дверь не взломаешь. Даже пытаться бесполезно. Хорош ныть, пошли уже! Нихера! А эти марионетки-надзиратели есть на каждом из них? Какие марионетки? Это просто машины. Они не могут заметить присутствие человека. Если будем бдительны, то не попадемся. Эй, а о чем вы говорите? Но если они тебя все-таки заметят, пиши пропало. Они были созданы для присмотра за теми, кто приговорен к смерти. И запрограммированы убивать в случае возникновения проблем. Да о чем вы тут толкуете? О телочках, да! Выпустите, гады! Вы меня слышите, а? Совсем охуели? Запирать меня тут, паскуды! Кажется, я узнаю этого сквернослова. Неужели это... Вам хана, мрази! Это средний палец, это точно он! Если он не замолчит, нас точно найдут. Надо бы его заткнуть. Ах, ё-моё! Чё, блин, происходит? Замолчи. Мы тебя выпустим, но веди себя потише. И что за марионетки?